14 декабря в районном доме культуры состоялись публичные слушания по вопросу о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Состоялись слушания под председательством Любови Заспа, председателя районного совета депутатов. Участниками публичных слушаний был представлен доклад о прогнозе социально-экономического развития Курагинского района на 2019-2021 годы. Руководитель финансового управления администрации района сообщила об основных направлениях бюджетной политики района, параметрах районного бюджета по доходам и расходам, межбюджетном планировании. О формировании бюджетов муниципальных образований доложили председатель Курагинского поселкового совета депутатов, глава Кочергинского сельсовета. Информацию о финансировании в 2019 году учреждений культуры представила руководитель управления культуры администрации района. Участники публичных слушаний озвучили проблемные вопросы, возникающие в поселениях, на которые не предусмотрено финансирование в проекте бюджета. С заключением по результатам экспертизы на проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год выступила председатель контрольно-ревизионной комиссии. Участники публичных слушаний одобрили проект решения о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и рекомендовали направить проект в Курагинский районный совет депутатов для принятия решения.